26 мая, РИА Новости. Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, не обращалась за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, но считает, что он в курсе ситуации, заявил в интервью РИА Новости адвокат россиянина Тимофей Мусатов. К президенту Российской Федерации я не обращался по следующей причине. Я искренне считаю, что президент в курсе происходящих событий, заявил Мусатов. По его словам, к президенту и так обращаются тысячи людей, а обращение должно быть правильно подготовлено, чтобы обратить внимание на одну из тысячи подобных писем. Адвокат напомнил, что мать Винника ранее написала обращение к президенту и получила ответ, что МИД РФ контролирует вопрос и занимается им, но не имеет права вмешиваться в деятельность правоохранительных органов Греции и США. «Я с этим согласен, но американская сторона, не стесняясь, использует всю свою политическую мощь», — заявил адвокат. Он сообщил, что ему известно о работе посла США в Греции над этой темой. Посол общается с министром юстиции, давит на греческую сторону. Это я знаю. Они имеют право это делать, а мы нет, — сказал Мусатов. На мой взгляд, Российская Федерация должна защитить своего гражданина, быстро провести расследование на своей территории. Наши правоохранительные службы передали собственные функции ФБР. Как это может быть? — заключил адвокат. Винник арестован в Греции по запросу США в связи с обвинениями в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Сейчас Винник находится в тюрьме в Салониках. В отношении него суды Греции вынесли решение об экстрадиции в США и об экстрадиции в Россию. Окончательное решение должен принять министр юстиции Греции. На судебных заседаниях Винник неоднократно заявлял о желании быть экстрадированным в России. Россиянин не признает вину и называет дело провокацией США. В интервью РИА Новости сам Винник заявил, что дело против него сфабриковано. Он является специалистом по технологии блокчейн и по криптовалютам и не имеет отношения к отмыванию денег через биржу. По словам Винника, он был консультантом биржи по вопросам применения технологий. Его адвокаты говорят об отсутствии состава преступления. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы.